С наступающим. Когда будут деньги? Терпение. Мой отец собирает всех своих детей на Новый год. А там он будет решать, кому достанется наследство. Мама, мы всего лишь должны сыграть семью дяди Димы. Мы едем на Новый год к папе! Он даст нам много денег. А ты чего ездишь так медленно? Надо, чтобы мы первыми к деду приехали, чтобы расположить его к себе. Чтобы он почувствовал, что мы лучшие наследники. Газу! Давай быстрее. Муся, если вселенная хочет, мы обязательно успеем. Да по моему приказу бойцы из самолета без парашютов прыгали! Так, прекратить съемки на секретном месте. А вы сами всех этих несчастных животных убили? Своими руками. Да поймите, я не приемлю насилие! Каждый Морозов так точно должен сделать три вещи. Построить снежный городок. Попариться в бане и срубить елку. Стреляют в нее. Зря елку убили! Они все перессорятся, а я им в этом помогу. Ты обрати внимание, как Мишка на тебя смотрит. Ладно, надо поддержать. Он за этим. Вот ты молоток, смотри, какие банки накачал, а? У меня тоже в молодости были, потрогай. Вставай, ты мужик или нет? Я мужик. Просто сильно заколдован. Я проснулся. Бомж в пати. Зачем ты влез? Будем встречать Новый год в наших семейных морозовских традициях. Никому не верю! Новогодний переполох. Или играй с нами, или канай по холодку. Кино с 14 декабря.